Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня я вашему вниманию хочу предложить посмотреть на эволюцию такой игры, как Tekken. Вроде как с японского это переводится как «железный кулак», но тогда правильно произносить Tekken. Если кто-то из вас точно владеет информацией, то напишите это в комментарии под роликом, будет самому интересно. Ну и что касается этой игры, то она представляет жанр файтинга. И когда вспоминаю Tekken, я сразу вспоминаю детство. Потому что если бы у меня попросили назвать какую-то ассоциацию, которая связана с данной игрой, то я вспомнил бы одно. Дом культуры тракторного завода. Там небольшой уголок, в котором находилось немаленькое количество автоматов. Аркадных автоматов, и на одном из них как раз таки был установлен Tekken. И вот это, я помню, была эпоха. Мы постоянно-постоянно после уроков бежали в этот дом культуры для того, чтобы порубаться в Tekken. Чтобы как можно больше навешать нокаутов своим друзьям. Итак, жетон за жетоном, жетон за жетоном, мы просиживали там время. Не знаю, на пользу это было, не на пользу, но нам было классно. Ну, во всяком случае, порцию позитива мы получали. Хотя, при этом избивали друг друга, но правда в виртуальном мире. Ну что ж, и что касается этой серии игр, то первая из них появилась в 1994 году. Ну и как заявляют разработчики, то вдохновение черпали они от такой игры, как Street Fighter. Которая как была, то есть Street Fighter, так и есть тоже неплохой серии игр. Но что касается Tekken, то я считаю, что она превратилась в одну из неплохих франшиз. Файтинговых франшиз. И что касается этой серии, то она имеет свою даже историю. Сейчас я имею в виду сюжетную историю. Но, к сожалению, этой историей особо я не владею, потому что меня больше всего интересуют непосредственно бои. Потому что, как я говорил, это еще и дополнительная возможность вспомнить детство. Ну и посмотреть, допустим, как любимые бойцы того времени, как они выглядят сейчас, как атакуют, как комбинируют атаки. Что касается данной серии игр, то она в основном выпускалась для аркадных автоматов, ну а также для консолей. Поначалу это были исключительно консоли PlayStation, но потом уже и перешли на другие консоли. Ну, сами понимаете, уже современное время надо и расширять рынок, а также, безусловно, зарабатывать. Также не обошлось и без мобильных платформ. То есть были Yahoo-приложения, а также приложения, которые поддерживают операционные системы Android и iOS, то есть современные мобилки. Ну а также, что касается последней игры, ну или скажем так, предпоследней игры, то есть седьмой части Tekken, то она даже выходила и на персональных компьютерах. То есть те игроки, которые давным-давно играли на аркадных автоматах и которые сейчас не имеют никаких консолей, то у них появилась возможность поиграть уже в Tekken, правда, седьмого поколения. Ну и честно говоря, это очень-очень даже приятно. Ну и что касается данной серии, то я играл в абсолютно все игры. Правда, конечно же, не у себя дома, а у друзей. Ну и реально, по мне, с каждой новой-новой игрой, эта серия становилась все лучше и лучше. И в принципе, вполне заслуженно является одним из лучших файтингов. Трехмерных файтингов и, наверное, скажем так, ну в кавычках, своей весовой категории, она, наверное, если только сравнится с Virtua Fighter. Ну все же, сами понимаете, сколько людей, столько мнений. Многие могут назвать Tekken лучшей игрой в мире из файтингов, многие могут назвать худшей. Тут все, в принципе, нормально. У каждого есть право выбора. Но в любом случае, эта серия заслуживает уважения. Потому что с каждой новой-новой игрой у нее появлялась все новая-новая порция фанатов. Некоторые настолько сильно фанатели от Tekken, что даже при выходе третьей части была предпринята попытка эту игру портировать на 16-битные консоли. Но сейчас больше разговор ведется о SMD. Да, попытка была, по мне эта попытка была совсем неудачная, но это сейчас она выглядит неудачной, а на тот момент, в принципе, у ярых фанатов была возможность поиграть. Также разработчики, а кстати разработчиком этой серии игр является компания Namco, решили сделать еще и кросс-проект, то есть было скрещивание двух игр, Street Fighter, но также Tekken. Также сейчас ведутся еще переговоры по поводу еще одного креста. Это уже Tekken, а также вышеупомянутого Virtua Fighter. Вот, честно говоря, будет интересно, как это получится реализовать. Ну и вполне возможно, в скором будущем мы этот проект дождемся. Пока на текущий момент времени крайней игрой является игра для мобильных телефонов. Она вышла в 2018 году. Но я более чем уверен, что не за горами следующая игра. То есть это будет или какой-нибудь Tekken 8, ну или какой-нибудь кросс-проект. Я думаю, что как только появятся консоли нового поколения, вот под эти консоли выйдет уже и новая игра. То есть мои такие предположения. А как будет, остается нам только подождать. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом моменте голосовую часть ролика я буду заканчивать. И в свою очередь я вам предлагаю, если это, конечно, интересно, досмотреть его до конца, чтобы увидеть, как изменялась и эволюционировала такая серия файтингов, как Tekken. Посмотреть, полюбопытствовать, может для кого-то поностальгировать. Не забывайте прожимать лайки. Ну и если вам предстоит в будущем сражаться с кем-то, то сражайтесь лучше в виртуальном мире.
Приятного просмотра!